Всем привет. Что у меня утро сегодня тоже не задалось, не знаю. Знаете, иногда вот я просыпаюсь с такой мыслью, как будто вот ощущение, что все плохо, понимаете? Вот у меня что-то так бывает. Время у нас вон 10:39. Я приготовила сегодня картошку. Руслан вчера мне целую кастрюлю начистил. Я ее просто отварила с маслом. Здесь у меня борщ, я только что положила капусту. Борщ я готовлю на свинине, кладу туда галонку. То есть я покупаю вот это вот, не знаю, как это называется, часть, не знаю, бедро там или что это, возле ноги, в общем. На холодец обычно такую берут. Только я ее покупаю без кости, без шкуры, чистое такое филе. И получается очень вкусный бульон. И приготовила еще рыбу. Картошки, значит, добавила сюда лук-шалот, это сладкий лук, морковку и это треска, которая продается вот такими брикетами, кусочками я всегда покупаю. В общем, потому что вчера у нас что-то были котлеты, мясо, супа уже не было вчера. И мы решили, что сегодня у нас будет борщ. Сейчас он, не знаю, как закипит. 2 минуты покипит, и я буду класть сюда уже зелень. Я вам показывала уже, да, что в морозилке у меня хранится. Я нарезала и складывала сюда. Поэтому я сейчас, как закипит, я брошу зелень, буквально там, не знаю, 2 столовые ложки, и уберу обратно в морозилку. Я что-то думала, что работает. Именно тогда, когда капец. Ладно. А ты все продукты достала уже? Да. А где масло растительное? О, масло я не взяла растительное. Короче, масло стоило 7,99. Вот такое. Теперь оно стоит 9,99. И я пошла к Руслану спросить, брать, не брать. В общем, так и забыла его взять. Так, что мы тут из новенького-то купили? Так, взяла вот такие печеньки попробовать. Это итальянские. Это Милена взяла макароны себе. Ты сейчас готовить будешь? Вот такую колбасу взяла попробовать, уже нарезанная. Эти взяли хурму. Из всех были только 2 такие, более-менее мягкие. Так, 2 упаковки этих. Таблетки для посудомойки, они были по акции. Берешь 2, они там по 12 стоят. Ну и все, из нового ничего. Паста у нас та американская закончилась. Купили вот эту. Все, остальные обычные продукты. Уже следующий день наступил. Того момента, когда я там снимала, да, вот эти дни. Наступил другой момент. Я развешиваю белье. Я сначала развешиваю вот так, его здесь. Ой, смс-ка пришла, посылка доставилась мне там еще одна, Руслану. Короче, я развешиваю белье, и мне нужно поехать. Я вчера получила, кстати говоря, эпоксидную смолу. Вот он, набор целый. Мне нужно будет, я подожду Руслана, он мне поможет их скомпоновать правильно, и я буду с ней работать, с этой эпоксидкой. Посмотрим, что выйдет. А, она стоила 22 злотых, вот этот набор, плюс за доставку 9 злотых. По-моему, 32 злотых у меня вышло. А сейчас мне придет посылку, что-то для автомобиля, для катализатора, это Руслан заказал. Так смешно. Я там, спасибо, Ирина, там, вы заказали там то-то, то-то. И я так смотрю, у меня там в заказах
для автомобиля, какие-то штуки непонятные. В общем, думают, наверное, там сумасшедшая женщина заказывает всякую фигню, блин. Короче, так. Вот видите, как теперь тут. Велосипед я поставила, и здесь, видите, сделали мойку. И все средства для того, чтобы уборщица могла убирать в подъезде. Тут просто раньше было все заставлено, и свет не работал. Теперь здесь работает свет. Велик я сюда свой поставила. И все. Так, это моя посылка. Тут велик стоял, я теперь здесь не буду его ставить. Тут табличка написана «Прошел замыкать дверь». Наверное, соседи с первого этажа написали. О, я что-то не знала, что посылка Руслана будет такая тяжелая. Если бы я знала, я бы, наверное, поехала бы за ней. Но я ее положила сверху на свой этот кошечек. Ой, опять вот так неудобно этот свет. Нажимаешь — включается. Удобнее, когда идешь, он включается. А тут кто-то прошел, свет выключился. Идешь так в темноте, там спотыкаешься. Вот идешь, свет выключился, а ты по лестнице. Бам, все, улетел носом. Сейчас покажу, что я купила. Покажу, что я купила. Вы знаете, что я неравнодушна к творчеству. И просто иногда у меня на это нет времени и нет музы. Но иногда мне просто это жизненно необходимо для того, чтобы быть в ресурсе, быть в балансе, знаете, там, и эмоционально я получаю от этого удовольствие. Поэтому я поехала в магазин, в Пикси. Что я себе купила? У меня закончилась белая акриловая краска, я ее покупала в строительном магазине, но она засохла, и мне очень нравится в тюбиках, с ней ничего не происходит, когда она вот в тюбике, белую краску. Купила себе кисть и купила для картины. В общем, буду заниматься творчеством, рисованием. Я дальше купила, ну, вы знаете, у меня есть природный материал, я очень люблю всякие штуки из природного материала, у меня есть одна задумка, которую я хочу сделать, я постепенно просто к этому готовилась, вот к этой задумке, и по мере того, когда я видела материал, я думала, что мне с ним можно сделать, поэтому... Не то, что там я одним разом все купила, села и стала делать. То есть я постепенно что-то покупаю, дальше у меня другая идея приходит, я еще что-то покупаю, комбинирую там и так далее. В общем, я купила набор вот такого мха. Он уже высушенный, этот мох. Он здесь такой обыкновенный мох, просто сухой. Вот он мне нужен будет, мох. Потом я купила еще вот такие перья натуральные. Тоже они мне пригодятся, надеюсь. И вот такие штучки я купила. Тоже для моих композиций. Поэтому я себе вот это все купила, знаете. И что я могу сказать? И это делает меня счастливой, когда я покупаю себе вот такие штуки для творчества, и когда у меня есть идея, что я могу сделать. То есть у меня есть идея, что я буду здесь изображать. У меня есть идея, для чего мне вот это все нужно, вот из этих материалов. И теперь я понимаю, что у меня есть инструменты, с которыми я могу работать. И моя муза, она ко мне уже постучалась. Я ее пригласила, музу, на чай, так скажем, да. И будем с ней что-нибудь придумывать во время самого процесса. Вот, поэтому... У меня будет через 28 минут одно собеседование, потом второе собеседование. И я уже подумаю, что же мне там дальше делать. Я, кстати, вам недавно показывала собеседование, как я провожу. И иной раз у меня беседа получается так, что я подстраиваюсь под те ответы, которые мне говорит кандидат. То есть, если он мне говорит,
мне было мало денег на предыдущем месте работы, я хочу больше. И, соответственно, у меня вопрос, сколько денег хотите? То есть я не буду спрашивать, а какая бы у вас зарплата устроила? То есть я разговариваю с человеком на том языке, на котором он говорит со мной. Если мне человек говорит, например, что там, подскажите там ваши условия и так далее, я начинаю рассказывать. То есть я всегда с человеком разговариваю на его языке. Это то же самое, если я с поляком начну говорить по-русски, да, он меня не поймет. Я с поляком говорю на польском ломаном языке. Как я говорила, у меня потребность к шоколаду сейчас, поэтому я себе сделала чай. Так интересно, я наливаю чай и понимаю, что он под цвет моей одежды. В общем, у меня зебра и кусочек шоколадки. Вот. Добра, якбыш мені ще замовили. Я обставим, що так właśnie 9-10 була б у нас достава. I tego dnia można od razu zabierać. Tak, też. Bo ja mówię, że 10 już nie będzie, tylko mam kolegę, który mógł pomóc mi w tej sprawie. Że tam 9 to takie... No wtedy ciężko mi powiedzieć, żeby tak było na 100%. No, no, to ja chciałem tak, żeby było 100%. A jak to zakryć? Этот? Tak podymają. О, так, супер. Ну. Усядь собі. А, ну то супер. Добре. Окей, дякую дуже. Дякую.